Всем привет, мои хорошие, мои любимые. Я, в общем, сегодня ездил в метро, ну не в метро, а в караван, или как он называется, эпицентр. В общем, и там я хотел купить вещи, чтобы сложить коробки, чтобы сложить вещи, ну, для мамы. Ну, коробки очень дорогие, по 400, по 500 гривен, такие пластмассовые коробки, без нормальных ручек, то есть какие-то хлипкие, мне вообще не понравились, и я решил, что то, что, возможно, я перенесу как бы в пакетах обычных, вот, а то, что в таких вот коробках хлипких каких-то, я возьму на новой почте коробки и сложу это в коробке, то, что в таких коробках я перенесу, а то, что в таких разлазящихся коробках я перенесу в новые коробки и сложу. И я заодно решил купить себе ручки на двери, потому что эти ручки, помимо того, что они как бы вот так вот слазят, да, и вот рассоединяются, там всего лишь, конечно, надо прикрутить вот эту штуку, это не проблема. Но они просто все облезли. То есть дело нет, видите, вот посмотрите, как, что происходит с ручкой. Я беру, и оно тут же сдирается. То есть абсолютно некачественная и, ну, ужасная вот эта штука. Вот смотрите, взял, да, на новом месте, она вот раз и поцарапалась. То есть понятно, что это плохое качество. Ну, наверное, вопросы к производителю. Вот. И мне надо поменять эти ручки. Вот. Я это сейчас и сделаю. И купил я вот такие вот ручки. Я вам покажу. Итальянские ручки. Видите, флаг Италии снаружи. Вот их всего было 3. Они стоят по 800, по-моему, чем-то гривен. То есть 2 с чем-то тысячи я заплатил за вот эти три ручки. Хочу уже. И хочу заняться принтусами. Все-таки доделать квартиру до конца и не мучиться. Вот такие я взял ручки. Вот она. Была такая, стала такая. Но ручка, видите, имеет уже вот этот напыпник. То есть на вот эту уже, о, видите, оно работает. На вот эту, но уже как бы не приложишь на вот эту. А как же мне ее приложить на вот эту? А как оно откручивается? Я ничего не понимаю. Подождите. Вот ручка. А в ручке что? Я не пойму, как ее достать. Так, я вижу ключ. О, боже мой. Там какие-то гайки, болты. Так, ну этот штырь, она, в принципе, всегда идет стандартная. Вот эта палочка, она должна быть стандартной. И по размеру, и по толщине, да. Вот, потом, это такие стягивающие болты, которые соединяют, в принципе, ручки две между собой. А эти штучки, это должно быть крепление, да, вот эти вот мелкие уже крепления. То есть ручка, видно, разделяется на несколько частей. Вот у меня есть такой ключик. Я надеюсь, что это сюда. Ой, боже, оно не PDD. Тут какая-то херня. Видите, тут какая-то прорезь есть. А что ж мне делать? Как мне достать ручку? О! 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 Очень просто. Она просто досталась. Может быть, я даже и вот эту снимать не буду. Сейчас я посмотрю. Сейчас я гляну. Так, я хочу вставить. А ну-ка, если я вот эту палку вставлю назад в дырку, пришпандюрю и... Так, вот она прошла насквозь. Теперь, значит, мне надо вот эту отсоединить. А это отсоединяется, видите, вот тут. Мне кажется, что не получится так, как я хочу. Я хочу не менять вот эту как бы сердцевину, поняли? Вот, видите, она отпала. Подождите. Как она отпала? А это когда, как отпасть должна? Не, ребята, надо будет менять все. Я что-то не то делаю. Куда она отпала? Не, надо менять все. А как же ее менять? Что я сделал? Я не понял. Что я только что сделал? Разве так оно было? Как ее прикрутить? А, вот этой штукой. Ой, господи. Так, подождите. А куда ж ручка встану?
Подождите. А как же вот эта штука? А что она так получилась? Я ничего не пойму. Наоборот, почему-то. Томас. Подождите. Тю. Я с этим буду разбираться. Ой, кошмар. Как же его, заразу, сделать? Тю. Я не пойму, что я наделал. Ой, что я делаю? Я не могу понять. Так, это я открутил. А, она одевалась вот так, через ручку. То есть она одевалась, ребята, через ручку. Через вот эту. Я же не хочу поцарапать, понимаете? Вот так она одевалась. Но что толку, что она... Мне не надо пока ее одевать. Мне надо ото снять. Ото. Ото мне надо снять и вот так вставить. Ото. А эти штучки, они откручиваются отверткой. У меня такой отвертки нету. А как же мне открутить? Что, ножичком? Сейчас я за ножичком пойду. Подождите. Тома, подожди. Он был гудбай. Он не прощает здесь чужой. Лондон гудбай. Лондон прощай. Так, подождите, надо... А, это не та дверь. Не та дверь, ребята. Сейчас, подождите. Оно гнется... Ой! Дырка вылезла. Я подумал, что что-то чпокнуло его. Что? В общем, ребята, у меня загвоздка, потому что у меня загвоздка, потому что вот этот штекер, короче, видите, все ручки вылазят. Ну, дело в том, что вот этот штекер не туда. Короче, надо снять мне вот эти штуки, вот эти круглые. У меня почему-то пропала отвертка. У меня была отвертка. Не подожди, где она? Где же отвертки мои делись? Были же отвертки какие-то. Чи на их деньги, все, чи черти. Ну, ребята, я не знаю, что делать, я вам честно говорю. Так, а ну-ка, подождите. Так. Книжки по анатомии. Так. Ой, зонтик Санты. Зонтик Санты. Привет, Санта. Зонтик Санты. Я, ребята, не могу понять, как мне открутить дырочки эти. Где же отвертка? Чи пойти до соседа сходить. Надо отвертка, понимаете? Крестовина такая, чтобы крестообразная отвертка. Что такое? Господи. Какие-то пакеты, какие-то полотенца. Что у меня в квартире? Шапочка Деда Мороза. Были где-то, блин, рога оленя лежат. Ой, зеркало старинное. Где были мои инструменты? У меня же были где-то отверточки такие, знаете, вот красивые, тоненькие отверточки. Где же они делись? В хозяйстве пропало. То есть мне надо снять вот эти, я понял, как снимать. Мне надо открутить вот эти штуки, вынуть эту сердцевину и вставить, где-то делось, и вставить что? Вставить вот эти через вот так. Вот, вот такие у меня будут ручки. Вот. Только где отвертка? Эврика, ребята, смотрите, вот этот нож кухонный, он очень хорошо справляется с вот этими шурупами. То есть я могу без отвертки, конечно, с отверткой было бы быстрее, но так будет медленнее, но увереннее.
Все, сейчас я быстро поснимаю вот эти, не буду уже снимать долго видео, вам морочить голову. Вот это вот сниму. Вот эти. Меня вот, ребята, интересует один вопрос. Вот, допустим, ручки. Видите, вот это три дырочки, которые держались вот эти шурупы. Вот эти три дырочки. А тут еще есть две. И как я понимаю, вот эти две между собой, то есть с этой и с той стороны, должны были скрепляться вот такими длинными штуками. То есть две ручки, чтобы они вот поэтому и падают. Как-то, чтобы ручки между собой еще крепились. Получается, у меня вот этих креплений нету. У меня просто держится оно на вот этих болтах. То есть вот эти дырки, вот, допустим, новая, видите? Там тоже три болта. Раз, два, три. И два напротив, которые должны держаться вот этими большими штуками между собой, с двух сторон. Вот это должно держаться. Вот этот механизм. А оно у меня не держалось. У меня всего лишь три дырки, которые крепят саму вот эту штуку. Ну, не знаю, все так делают, не все. Как бы, чтобы насквозь пробивать. Видите, вот три болта есть. Для чего-то же есть вот эти две дырочки. Эти две дырочки с двух сторон должны фиксировать вот эту отсечку. Вот эта вот маленькая. Вот я, видите, освободил. Ой, а что же? Надо было хотя бы вставить, чтобы открыть. Освободил вот эти. Вот. Ага, теперь мне надо, что вот это? А вот это я уже не буду менять. То есть вот эти штуки у меня останутся. Эти штуки нормальные. Вот я сделаю, знаете как? Я распечатаю пакетик вот таким образом. И натяну его. Так, возьму губами, не получается. Так, возьму вот этот штекер. Ой, ой, болтик упал. Вот этот болтик, зараза, вот это очень потеряешь и все на смарку. То есть берется вот этот штекер, вставляется вот в эту дырочку. Вот он прекрасно влез. Да, он влез. Но этот влазит туже. Все-таки... Не, хотя тоже он болтыхается. Ну хорошо. Вставляем этот штекер. Снимаю вот эту штучку. Она одевается потом. Вот это беленькое, что я показывал, что если ее потеряешь, это такой как зажимчик, болтик. Значит, эту ручку мы должны вставить вот сюда. Вот в эту штекер. Вот. И ее прикрепить. Прикрепить теперь, ребята, ее не получится. Потому что дырочки не сходятся. А, оно не закроется. Хорошо. Да, ну правильно, у меня сквозных дырок даже и не сделали. То есть у меня сделали вот дырочка, три дырочки, а туда дырочку не сделали. Я хочу, знаете, что, наверное, отсоединить пока ручку. Я отсоединю ручку, она мне мешает. Ручка отсоединяется тоже вот этим ключиком. Короче, тут геморрой полнейший. Ну, разберемся, брехня. Должно отсоединиться. То есть вот эта ручка должна как-то сняться. Понимаете? Вот тут есть тоже такой болтик. Ну, я его открутил. А ручка что? Ручка не снимается. А как же так? Можно сапогом ударить. Чего тут как-то надо? Что тут? Может какой-то механизм? Потому что мне что неудобно будет, ребята, закручивать, вы понимаете? Чтобы мне закрутить как? Вот тут. Я хотел снять ручку. Ой, боже мой. Так, ладно. Закручу эту штуку назад. Для чего-то же она существует, вот это. Так, ладно, закручиваем. Не хочется же испортить ручки. Ручки хорошие, дорогие. Так. Ой. Ну, крутится и крутится. Так, ладно. Брехня. То есть, получается, у меня дырочки вообще не соответствуют диаметру. Вот эта дырочка. Вот она должна как-то так закрутиться, получается. Оно нихрена не... Ой, господи, боже мой, какой бред. Вот, она нихрена не закручивается, но сейчас я буду крутить. Должно быть ровненько.
таким здоровим ножом кухонним. Ой, блин. Что мне делать? Ой. Не, ребята, что-то не то. Ой-ой-ой-ой, не. Ребята, есть мастер по ручкам? Да нет, это херня, это что-то я не то делаю. Это я не сделаю, это я буду долго муздириться. Это я не сделаю, ребята. У меня, понимаете, нет ни навыка, ни инструмента. Мне надо, ну, мужчина, чтобы пришел мастер какой-то. У меня и тут ручка. И с этой... Да, вы что, я ж не закручу. Это представьте, сколько надо крутить. Надо сейчас найти мне, знаете что, мастера в интернете. И что пришел мастер. Установка ручек. Подождите. Блин. Установка ручек. Это мастера. Установка дверных ручек. Гоу. Установка замка дверь. Установка дверной ручки. Цены более 100 тысяч проверенных специалистов. Днепр кабанчик. Так, подождите. Установка. Домашний мастер. Электрик, сантехник, муж на час. Серьезно говорю. Все услуги. Выберите категорию для домашнего мастера. Сантехник, электрик, столяр. Установка бытовой слесарь. Другие услуги мастера. Сантехнические работы. Установка, замена газовых плит. Муж на час. Мастер своего дела. Быстро кажется. Установка, монтаж кондиционеров. Электрик. Нет. Установка душевых кабин. Так, а куда мне позвонить? Установка сифона. Какого сифона? Разводка проводки. Установка стиральный масштаж электропроводки. Не, мне не надо. Мне надо найти кого-то. Бытовые услуги. Что это у меня? Бытовуха? Да, ну это какая-то херня. Домашний мастер. Сантехник, электрик, столяр, наверное, мне надо. Столяр это по дверям. Лучшее с профилем. Андрей. Ага. Руслан якийсь подозрительный. Игорь был на сайте 20 минут назад. Ого, предложить работу. Вадим. Вадим такий щось. Сергей С. Не, не то. О боже, це такий страшний, як вроде Чикатило. Якийсь мужик. Руслан Т. От. Вроде нічого. Віталій Ц. Не хочу. Так. Руслан, предложить работу. Что нужно сделать кратко? Поставить три дверных межкомнатных ручки, а не ручки. Ой. Дальше. Конфиденциальные данные. Город Днепр, блин. Город Днепр. Ого, на 4 декабря. Да что это за бред? Да что это за бред? Да, тут ваша фамилия, 34 года, Руслан Днепропетровск. Ну, приходите. Проверенный специалист. Тут есть посмотреть паспортные данные. Продолжить вызов. Господи, Саша. Алло, Саша, привет. Саша, мне надо три ручки поменять, межкомнатные двери. То есть
вот этот замочек стоит, понял, который... Только вот эта ручка, чтобы поворачивать, ну, прикрутить вот эту дырочку круглую, понял? Я новые ручки просто купил, те у меня вылетают и пооблазили. Как бы замок внутри все вот это остается, которое, понял, ну, сбоку длинное такое. А вот это только где ручка и кругляшок, на который ручка держится, надо будет вот это вот поменять. Потому что я пробую, у меня не отвертки, ножом долблюсь, двери закрыты, ничего не могу сделать. Короче, ну прям, а сейчас ты не можешь, да? Ну там надо отвертка вот или шуруповерт, вот этот, как бы сказать, крестовина. Три ручки. Не замок, ничего не надо менять, просто ручки, вот эти вот. Палочки и набалдашники вот эти снять, на которых палочки эти держатся. Я купил все три ручки, у меня все есть. Просто там надо шуруповерт, чтобы он, ну или как что-то, чтобы дверь оно продырявило. Потому что я снял одну штуку, оно дырочки не совпадают с той новой, которая будет. Ну, а что, отверткой цены закручиваются? Да нет, зачем там сверлить, оно там узенькое. Это не так, что дырку сверлить. Мне кажется, что узкая, она просто закрутится. В саму дверь. Что там ее сверлить? Ну то что? Ну я понял. Ну давай завтра. Во сколько? Ну с утра. Нормально тебе будет. Давай в 11, да. Все, спасибо, Саш, дорогой. Все, давай, давай. Пока. Каждый, ребята, должен заниматься своим делом. Если ты не можешь, то доверься профессионалам. Что я могу сказать? Понимаете? Что я могу сделать? Если я не могу это сделать. Что я должен что-то делать? Я не могу это сделать. Это не мое. Мне тошнит от этого. Так, это новое. Это новое. Так. Так. И вторая ручка. Вот она. Вот, прекрасные ручки, красивые. Все. Хотел сам, ребята, поменять. Думал, поменяю. Ну, не поменяю. Там надо нормально, чтобы не запороть ручки. Ну, его нафиг. Так сделаешь, испортишь, блин. Не хочу. 2500 отдать за ручки и поломать их. Не хочу. Это Санта. Женщина, кому я посуду. Напиши мне еще раз адрес Санты. Я попробую на днях это все отправить. Санте там зонтик обещал. Уже давно. И Санта до сих пор бедно ждет. Так, ну, гомняные ручки, видите, что это? Порнография. Пальцем тронь, оно все. Что это? Так должно быть? Гомняные ручки.